Всем добро, с вами я, сестра Стиупро, это очередная часть выживания в хардкорном режиме. Как вы помните, в предыдущей серии я оказалась в шахте, ну и чуть-чуть я ее обследовала, но не до конца. И сегодня мы продолжим это дело, и также я сегодня должна выбраться на поверхность. Что из этого выйдет, увидите в конце данного видеоролика. Ну а я укладываюсь спать, спокойной ночи, сестра Стиупро. Ну и давайте, уже наступило утро, забираем кроватку. Этот сундук я точно обследовала. Это я точно помню. Оставлю сейчас то, что мне не нужно. Ну и давайте все-таки отправимся вперед. Зачарованное яблочко положу, пожалуй, сюда. Золотое яблочко тоже сюда. Ну и давайте потихонечку будем отправляться, обследовать эту шахту. Шахта на самом деле огромная. Ну, я надеюсь, что я все-таки смогу найти более-менее нужный лут. И давайте я буду отмечать те места. Ага, ага. И вот первый мой дружочек. Дружочек-криперочек, давай. Пыхти. Фух, это было страшно, и для меня это, конечно же, большой трэш, что вот так вот убить крипера, ну и при этом остаться в целости и невредимости, ну прям, можно сказать, достижение сестры Стиупро. Это хорошо. Так, там водопад, что в той стороне, мне кажется, там просто сплошной тупик, как бы, да, ничего нету, ухо, там огромное количество мобов, темнота, кругом вообще темнота. Ну и давайте быстренько посмотрим, что здесь есть еще годного. На самом деле только темнота, паутина, страшно. Ну и сейчас потом, наверное, спустимся чуть ниже, поскольку, ну, я еще не слишком, как бы, на такой высоте нахожусь. И потом поднимемся наверх. Сейчас, то есть, спустимся вниз, потом поднимемся наверх. Так, ну и вот скелетрон. Да что ж ты меня отстреливаешь? Давай, уходи, не мешай мне, вообще не мешай. Ну что, в этой стране я уже была, ну и вот начинается Стиупро уже ходить кругами, и непонятно что, запуталась я уже вся напрочь, но сейчас, друзьяшки, сейчас прям 5 секунд, и я распутаюсь, надеюсь, что я распутаюсь. Давайте поднимемся в эту сторону, потом спустимся туда, к водопаду, посмотрим, что там да как. Смотрите, а здесь, по-моему, расположен спаунер мобов, если я не ошибаюсь. То обычно в таких местах, как бы, ну да, спавнится огромное количество каких-то мобов. И что здесь? А, ну здесь пауки. Фу, слава богу, что это не пещерные пауки. У них есть сундучочек. Но бронебойность один... Не возьму я эту книжку. Нафиг она мне не нужна. То есть у меня там уже огромное количество различных книжек. И эта книжка, как бы, не самая такая... Ну, на данном этапе, да именно для меня, она не самая такая топовая. Поскольку у меня там книги были более такие, как бы, мощные, сильные. Ну и давайте что? Подняться чуть выше. Давайте посмотрим. Возьму сейчас я быстренько блоки. Ну и поднимемся выше, посмотрим, что да как. А потом, наверное, можно будет все-таки опуститься. А и посмотреть тоже, что да как. Так. По-моему, там... Сундучок, да, сундучок. Ух, здесь, ну, огромное количество различного лута, ну, в общем-то, это не удивительно. В шахтах можно найти все что угодно, но хотелось бы мне еще найти, конечно же, огромное количество алмазов. Это, пожалуй, я оставлю, это мне не нужно, это я тоже оставлю. И что, помчались дальше. Сейчас я сделаю для себя отметку, что здесь была сестра Стиупро, ну, и чтобы я больше сюда не вернулась. Так, удивительно, но почему все-таки нету алмазов? Где-то обычно вот в шахте, когда гуляешь, обязательно выкапываешь огромное количество алмазов, но это, походу, как-то удача сегодня покинула меня, абсолютно алмазов нету. Ну да ладно, давайте хотя бы, может быть, найдем еще парочку сундучков с вагонетками. Так, это что там внизу? Вот эту вагонетку я обследовала. Нет, давайте, друзьяшки, сейчас я подкопаюсь вниз и посмотрим. Да, там стоит факелочек, то есть здесь я была. В той стороне я тоже была, и давайте еще... Пойдем куда-то, может быть, можно опуститься чуть ниже. Хотя там вот в той стороне меня уже вовсю отстреливают. Наверное, я буду спускаться наоборот чуть ниже к лаве.
и посмотрим. Так, вот этот скелет, да иди ты давай отсюда, иди, 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 иди. Надоел ты мне, отстреливаешь меня. Так, все, друзьяшки, поборол я этого скелета. Фу, походу не поборола. Так, ты что, ты восстал, да? Ты восстал против сестры Стиупро? Ух, еще один скелет. На самом деле здесь огромное количество. Блин, здесь я уже точно была. Так, давайте я чуть-чуть спущусь вниз. Ну, просто спущусь вниз. Мне хочется посмотреть, что там внизу. Внизу, скорее всего, тоже есть какая-то пещера, шахта, что здесь. И вот здесь уже, наверное, можно найти огромное количество алмазов. Хотя ни одного алмаза нифига я не вижу, ничего нету. Хотя нахожусь я уже на такой минус 36 высоте, да, но алмазов нету, ничего нету, но шахта, на самом деле, она продолжается. Ух, какой мелкий зомби, да откуда ты взялся, просто вот так вот вылетел он на меня, и все. Так, если он вылетел отсюда, значит, что-то здесь где-то есть. А, это понятно, вы же здесь спамитесь, и вас здесь огромное количество. Блин, это страшно. Так. Страшный момент. Так. Кыш. У меня осталось совсем. У меня осталось одно сердечко. Одно сердечко у меня осталось. Фу-фу-фу, яблочко. Фу, яблочко, давай, восстанавливай мне силы. Хотела поставить на этот спамер, но я на него не поставила. Все, я поставила рядом. И это было страшно. Вообще, это прям очень было страшно и трэшево, но все-таки. Ой, все-таки все получилось. Так, давай, сестра Стиупро, еще здесь обследую немножко. Так, паутина. Паутина. Мне повезло, что там вот этот вот маленький зомби, он вообще просто тупо застрял в паутине. Вот если бы он не застрял в паутине, наверное, он мне надрал бы мою пятую точку, это однозначно. И мне бы точно не... О, кстати, алмаз. Ну-ка, паук, иди отсюда. Сейчас мы выкопаем алмазик. Угу, хотя бы один алмаз, хотя бы такая удача, но все неплохо. Ух, да тут и не один алмаз, смотрите. Ух ты, здесь целая кладезь этих алмазов. Ну, и это вообще, и это классно прям. Вот это вот удача, такое редко бывает. Да смотрите, сколько здесь, да это что такое? Это вообще огромное количество алмазов. Фух, еще при таком кладе я должна здесь постараться все-таки выжить. Сколько алмазов получилось? 7? Реально 7 алмазов был в одном месте? Нет, друзья, вы видели? Реально 7 алмазов в одном месте? Ну, это прям, это большая редкость. Это реально большая удача. Блин, ну, меня это радует. Я и прям вообще радуюсь. Конечно, если бы я нашла стак алмазов. Ну, ладно. Стак алмазов, это, наверное, найти вообще нереально. Ну что, пойдем куда-то еще? Или уже потихонечку будем выбираться? Хочется мне уже выбраться с этой пещеры. А с другой стороны, хочется здесь немножко еще побродить, погулять, поискать приключения. Я знаю, что на самом деле эта шахта, она, ну, она реально, она бесконечна. Она реально бесконечная. То есть здесь можно вообще гулять нереально количество времени. Что, внизу же я уже была, спускалась я вниз. Внизу я уже была, ничего здесь, огромный слайм, давайте посмотрим, что там наверху, огромный слайм, так, давай, сестра Стиупро, выползай, так, слайм, что ты здесь делаешь? В любом случае, как охраняешь какое-то добро. Так, давайте сейчас я здесь всех переубиваю. И хочется мне еще пойти в ту сторону. Давайте еще чуть-чуть прям вот. Если я буду жить в этой деревне, в той, в которой я сейчас как бы вернусь, если мне все-таки получится, я найду выход к этой деревне, то я в любом случае смогу всегда сюда... смогу вернуться обратно, но, как обычно, я говорю, что я вернусь и никогда не возвращаюсь, да, есть у меня такое дело, что я, типа, вернусь, а на самом деле я никогда не возвращаюсь в одно и то же место. Ну, ладно, самое главное сказать, так, все, я уже хожу кругами, что я хотела, я вниз я уже спускалась, да, внизу я здесь все смотрела, ничего там внизу нету, ну и давайте потихонечку сейчас будем все-таки выбираться, наверное, там меня уже подозревают,
поджидает креперочек. Ну, конечно, как же страсти у Про, да и без креперочка. Там уже где-то, вот вообще огромная-огромная пещера. То есть здесь можно и там, и там, и там, везде можно найти приключения. Ну и что? Так, здесь я, по-моему, тоже... А, ну была, конечно, была. Вот я уже заплуталась, где была и где я не была. Ну и этим интересны шахты, что ты вот ходишь, как бы плутаешь. Ну и хотя у меня огромное количество факелов, по факту, конечно, я могла бы себе сделать отметки, но я ж не ищу легких путей, да? Ух, 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 ух. И здесь вот уже вот этот вот друг меня встречает. Ну, конечно, как обычно, меня встретил крипер, и в этот раз мне не очень-то хорошо свезло. Ну что, давайте, наверное, на этом сегодня все, как бы с этой шахтой. Можно потихонечку уже выбираться на поверхность. Давайте я постараюсь выбраться на поверхность. Я, конечно, уже я не помню то место, где я была. То есть с того места, откуда я стартовала, найти его, наверное, мне уже будет очень сложновато. Поэтому я буду прокапываться просто на поверхность. Надеюсь, что я по пути еще найду что-нибудь годное. Если я найду что-нибудь годное, обязательно покажу и расскажу. Но пока здесь я нашла только огромного-огромного слайма. Блин, ну что ж вы здесь делаете? Смотрите, здесь воды-то практически нету. Откуда вы здесь беретесь? И вот смотрите, сейчас я буду подниматься выше. И в любом случае я буду находить еще какие-то вот эти вот шахты, пещеры. Ух-ух-ух-ух. Давай-давай-давай-давай-давай. Уходи. А что, может быть, наступила ночь? Друзьяшки, сейчас я быстренько прочекаю. Может быть, уже наступила ночь? Я не знаю, я уже не контролирую процесс времени. Может быть, уже, да, наступила ночь. Сейчас быстренько я посплю. И еще одну ночь мы как бы проведем в хардкорном режиме. Получается, опять мы проходим 2 дня. Но это тоже неплохо. Давайте сейчас я буду постепенно выбираться наверх. И попутно все-таки будем еще обследовать вот эти вот все пещеры. Ну, интересно, вроде как... Как бы я, да, все уже ухожу, собралась уходить, а меня все-таки увлекает эта шахта, ходить вот по этим лабиринтам, ну, мне кажется, это самое классное такое занятие, да, прям вот самое топовое занятие. То есть, как-то это очень-очень интересно, особенно когда я хожу кругами. Да, конечно, это очень интересно. Ну все, друзьяшки, в общем, здесь ничего такого нету. Наверное, я уже все-таки буду прокапываться наверх. Да, здесь абсолютно ничего нету. То есть, пустота, темнота. Ну и вот эти вот лабиринты, да, зловещие лабиринты, где такая темнота и все такое, блин. И где-то откуда-то... Из ниоткуда появляются эти пауки. Ну все, давайте потихонечку будем все-таки отсюда выползать. Хочется здесь еще, конечно, побывать, попутешествовать. Но я думаю, что этого достаточно. И, в общем-то, лут-то сегодня я насобирала более чем предостаточно. Особенно меня порадовали алмазики. То есть алмазики в одном месте такое огромное количество алмазов. Ну, это, конечно же, огромный-огромный топ. Топ и успех, да и вообще. Так что, друзьяшки, потихонечку, постепенно я буду прокапываться. Ну, я надеюсь, что прокопаюсь я достаточно быстро. Хотя, ну, я нахожусь на такой очень-очень-очень низкой высоте. Но все. Давайте, шахты, пещерки. Я потихонечку вас покидаю. Прокапываюсь. Так, давай, страсти упро. И по пути, может быть, сейчас встретим еще какую-нибудь интересную пещеру. Я все-таки на это надеюсь. Надеюсь, что на этом наше приключение не закончится. И еще я надеюсь на то, что все-таки я прокопаюсь, и там будет... не та пещера, а та деревня, в которой я хотелось бы, конечно, остановиться и пожить, построить себе домик и все такое. Так что, друзьяшки, ну, я пока прокапываюсь наверх. Друзьяшки, а я продолжаю прокапываться наверх. Немножко я здесь приостановила съемку, чтобы как бы не задерживать ваше внимание. Но я так думаю, что осталось совсем ни о чем. То есть я уже на 45-й высоте. Я думаю, что, наверное, уже скоро будет финиш. И я просто хотела этот момент, чтобы вы увидели. То есть вот уже становится светло. И скорее всего я... друзья... Это...
Слушайте, ну реально, это все было не специально. Слушайте, смотрите, ну, значит, это судьба. Судьба в плане того, что мне судьба остаться все-таки в этой деревне. Смотрите, здесь я уже нашла, то есть, где я спускалась. Вот именно отсюда я спускалась туда вниз. Ну, что могу сказать, мои друзья? То есть, судьба, значит, остаться мне в этой деревне и начать уже продолжать, вернее, выживание в этой деревне. Ну да, смотрите, именно эта шахта здесь, ну реально, да, то есть я вышла именно в нужном направлении, в том месте, откуда я спускалась. Как такое вообще возможно, не знаю, это просто удача, потому что, ну, в этом плане я, конечно же, не очень хорошо разбираюсь, в какую сторону мне, конечно, было прокапываться. То есть это было все рандомно, и тем не менее я оказалась там, где я должна была оказаться, да, то есть деревня рядом. Ну и что, все, можно сказать, что как бы я всю отметочку сделала. В любом случае, я могу теперь сюда вернуться. И сейчас я прямиком побегу в деревню. Очень хорошо, хорошее сегодня было путешествие, друзьяшки. То есть, вот такой вот еще один день. Хотя, наверное, не один день, а практически два дня. Поскольку я прокапывалась достаточно долго. Ну и хотя еще ночь не наступает. Но, можно сказать, два дня в хардкорном режиме я сегодня провела. И в дальнейшем давайте тогда уже в следующий серии обоснуемся в этой деревне, то есть в этой пустынной деревне, и попутешествуем в следующий раз по всей вот этой пустыне, посмотрим, что тут вообще есть. Хотя, может быть, давайте сделаем так, обосновываться пока в этой деревне не будем, ее я просто по координатам примечу, что такая деревня как бы есть, а мы в следующей серии пойдем просто туда еще дальше, пропутешествуем по всей, по этой пустыне, ну и, может быть, найдем еще храм, может быть, найдем еще какую-то деревню. Но мне кажется, что пустыня достаточно огромная, то есть она простирается и в одну, и в другую сторону. Сейчас я даже, ну, немножко просто пробегусь, пока солнце как бы заходит, да, вот наступает закат, и заканчивается второй день в хардкорном режиме, один из дней, вернее, в хардкорном режиме. Сейчас я быстренько просто пробегусь, можно, в общем-то, было бы и залезть вот на ту гору, посмотреть на с той горы. Да, наверное, так я сейчас и сделаю. Быстренько, друзьяшки, сейчас я залезу на вот ту гору. Ну, очень мне прям вот любопытно, то есть есть здесь что-нибудь еще такое годное в плане какого-то храма, либо в плане какой-то деревеньки. Сейчас быстренько заползу наверх, прям вот солнце садится. Ну, да ладно, у меня с собой кровать, если что, я переночую, ну и уже в следующей серии, наверное, так и сделаем. Прежде чем останавливаться в этой деревне, наверное, все-таки еще пропутешествуем, хотя в этой деревне у меня осталось огромное количество вещей, и, наверное, так, на эту гору лучше взобраться. С какой горы мне будет больше видно? Наверное, взберусь я все-таки на эту гору. Давайте, и аккуратно-аккуратно, сестра Стиупру, аккуратно-аккуратно. То есть, Тракотовая долина, она вообще офигенски огромная, простирается на большое расстояние, но мне отсюда ничего не видно, то есть, там только колодец, но я так думаю все-таки, что впереди по-любому есть деревня. То есть пустыня офигенски огромная, прям вообще. Сейчас быстренько еще прям, друзьяшки, 5 секунд сейчас пробегусь. Давай, сестра Стиупру, быстрее беги, пока не наступила глубокая ночь. Вот уже солнце, потому что садится, закат. Но по-любому в той стороне, ну, есть, наверное, деревня. Да, вот смотрите, там впереди. Сейчас я быстренько добегу, и самое главное потом просто тупо не потеряться. Вернуться, хотя, судя по тому, что я так удачно выбралась с этой шахты, блин, то я, наверное, уже точно не потеряюсь, меня это очень-очень вообще радует. Я вот не понимаю, что там впереди то ли это храм, то ли это деревня, по-моему, это храм, и вот, смотрите, в следующей серии обязательно мы его обследуем. Давайте тогда так и сделаем, прежде чем останавливаться в этой пустынной деревне, в которой я сейчас нахожусь, мы просто, да, по-моему, это храм, но
там по-любому, наверное, должна быть еще и деревня. То есть сейчас я уже добежать точно не успею. Поэтому, друзьяшки, давайте на сегодня будем, наверное, завершаться. А так хочется добежать, прям очень хочется добежать, но уже наступает ночь, и вот как бы нужно ложиться спать. Поэтому, друзьяшки, на сегодня я завершаю, и уже, да, я уже поспала, потому что со всех сторон тут уже обступает всякая нечисть. И давайте в следующей серии обследуем, в общем, эту пустыню. Поэтому, друзьяшки, всем удачи и всем пока-пока-пока-пока-пока.